Встреча новичка серии А Сиены с Интером. Интер в этом году нацелился на многое. И вот Интер встречался с Сиеной. Кстати, вы обратите внимание, Мухаммед Колон на ваш экран, футболист, который, возможно, в этом году будет играть в Интере достаточно много, учитывая, что покинул команду Креспо, Эрнан Креспо. И довольно быстро добились успеха футболисты Интера. Вот Матерацци пробил 29-я минута, но, правда, справедливости ради, надо сказать, что должно быть по правилам Италии, должен быть этот гол записан как автогол защитника Сиены Куфре. Ну, футболиста тоже очень известного, который в прошлом году выступал за Рому. Хотя в Сиене, в общем-то, известных футболистов полным-полно. Итак, гости Интер, стартовый состав. В воротах Тольда номер 1, 4 Хавьер Дзанетти, 13 Фабио Каннаваро, 23 Матерацци, 13 Хельвек, 11 Люсиану, 8 Лемуши, 6 Кристиано Дзанетти, 7 Ван дер Мейде, 3 Колон и 9 Хулио Крус. Сиена. В воротах голкипер Росси, 5 Чирилло, 31 Рубиньо, 32 Делли Карри, 2 Куфре, 28 Гигу, 23 Деверса, 7 Тедей, 11 Лазетич, 25 Вентола и 10 Кьеза. Вот такая пара нападений. Вентола-Кьеза. Очень, во всяком случае, это выглядит интересно. Ну и кроме того, вы, конечно, обратили внимание на наличие в составе таких людей, как Куфре, Гигу, Лазетич, Делли Карри. В общем, все футболисты, изрядно поигравшие. Что касается Интера, ну, я уже говорил о том, что нет, конечно, в составе Эрнана Креспо, который в этом году будет радовать Романа Абрамовича и прочих болельщиков Челси. Но есть Колон, вот был приобретен в срочном порядке аргентинец Крус, хотя все-таки, наверное, для суперклуба, кого Интер, если не является сейчас, потому что по составу это Интер суперклуб, но вот есть некоторые проблемы с игрой. Но, во всяком случае, Интер себя позиционирует как суперклуб. Наверное, все-таки Крус это недостаточно. Есть еще нигериец Мартинс, он в этом матче вышел на замену, заменил, кстати, Колона. Они чем-то и по игре похожи, вот как раз Мартинс появляется, и оба смотрелись не очень здорово. Ла Газета Делло Спорт и Колону, и Мартинсу поставила 5,5, ну а лучшим стал как раз Матерацци, который гол забил, у него семерка. А что касается Сиены, команда, кстати, неплохо очень атаковала, очень активен был Кьеза, он как раз тоже получил семерку от Ла Газета Делло Спорт. Ну и Вентола неплохо себя проявил, и, в общем-то, атаковала Сиена весь второй тайм, пытались что-то сделать футболисты этого клуба. Вот, кстати, посмотрите, какая совершенно нехарактерная ошибка. Это Адани немножко ошибся, и в результате очень опасная атака Сиены. На ваших экранах Таддей, 7 номер. Он тоже был весьма заметен. Ла Газета Делло Спорт поставили ему 6,5. Но все-таки, как ни старались футболисты Сиены, отыграться они так в конечном итоге и не смогли. И я напомню, что, учитывая, что Сиена в первом матче сыграла в ничью в первом туре, то таким образом команда набрала только одно очко, но достаточно пока неизвестная так в широком мире команда Сиена. Гораздо больше нам известна баскетбольная команда Сиена, с которой приходилось в этом году баскетбольному ЦСКА играть в финале четырех. Но вот и футбольная команда делает свои первые шаги в серии А, и, по-моему, достаточно удачно. Во всяком случае, по игре хозяева смотрелись довольно симпатично. Только что увидели, какой опасный был момент. Это Никола Вентола угодил в перекладину. Итак, матч подходит к концу. И Интер, команда Эктора Купера, выигрывает в гостях со счетом 1-0.